Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить корюшку. Корюшка к нам приехала с нашей любимой Чукотки. Доехала она в мороженом виде, потому что по-другому ее сюда просто не привезти. Для приготовления корюшки нам понадобится корюшка, у нас 3 килограмма, мука, соль и растительное масло. Итак, начнем. Смотрите, корюшку мы сейчас засаливаем. Предварительно мы ее не будем разделывать, ничего отрезать. Потроха не будем вытаскивать. Если хотите, можете вытаскивать, но мы не будем. Мы будем жарить ее целиком. Итак, мы ее засолили. Теперь в муку также мы добавляем соль. Так, муку мы тоже подсолили. Все это перемешали. Теперь пока у нас корюшка засаливается, мы переходим к нами уже любимой рубрике «Костер, казан». Итак, приступаем. Так как у нас рыбы много, будем ее готовить порционно. Берем рыбку, обваливаем ее в муке, хорошенечко так. Корюшка крупная, жирная, с корочкой, все как мы любим. Так, первая партия у нас готова, сейчас ставим казан. Наливаем масло и начинаем жарить нашу корюшку. Устанавливаем наш казан. Теперь обильно наливаем масло по стеночкам, вот так. Масло нагрелось, и теперь отправляем туда нашу корюшку. Корчит. Достаем нашу корюшку. Сейчас отправляем новую партию. Вот какая у нас рыбка получилась. С корочкой. Мед. Рыба получилась очень вкусная. Обязательно попробуйте этот рецепт приготовить. Ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Присылайте ваши рецепты, будем готовить вместе.